መሆን አर्मी जो उपयोग करे जात हैं Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Киндаев Александр. Я продолжаю серию образовательных вебинаров по культуре проектных инициатив Федерального агентства по делам молодежи. Сегодня мы с вами поговорим о ресурсах проекта. Сейчас попрошу. Ага, работает. Отлично. То есть сегодня вы уже успели прослушать два а, вебинара. Это по поиску идей, по подтверждению актуальности заявленной проблемы для конкретной территории, на которой вы а, будете реализовывать ваш проект и помогать делать лучше жизнь жителей, молодежи, а, вашего субъекта, вашего города. Также вы поговорили о структуре и связанности деятельности, поговорили о том, как правильно написать цель, как написать задачи, которые решают поставленную цель, какими методами, мероприятиями это можно сделать. Это вместе вы с Юрием Купоросовым об этом сказали. И я продолжаю следующий вебинар. Это ресурсы проекта. Ну, начнем, конечно же, с определения. Ресурсы — это все то, что необходимо нам для реализации поставленной цели, для решения задач и для того, чтобы найти ту ресурсную базу, которая нам нужна, необходима в рамках нашего проекта. Ну и, соответственно, задача управления ресурсами – это обеспечить их оптимальное использование для достижения конечных целей и, в частности, для формирования результата проекта с запланированными ключевыми показателями, будь то количественные или качественные. Соответственно, об этом вы тоже еще поговорите, услышите сегодня в рамках образовательных блоков. Также скажу, что вы можете задавать вопросы, выходить в эфир с помощью чата или задать вопрос. И, соответственно, если вопрос я освещу в рамках сегодняшнего образовательного вебинара, то я на него пока отвечать не буду и постараюсь это сделать как раз-таки в процессе выступления. Ну и, соответственно, ресурсы у нас подразделяются, классифицируются на материальные и нематериальные ресурсы. К материальным относятся оборудование, помещение, транспорт, товары, продукты или конкретные денежные финансовые средства. Соответственно, это то, что в принципе есть у любого а, проекта, и не обязательно, что это все должно присутствовать. А, непосредственно в вашем проекте. Это то, что в нем может быть. И, конечно же, нематериальные ресурсы — это знания, опыт, технология, информация или там, время, к примеру. Дальше разберем конкретный пример решения задачи, например, информационного сопровождения проекта. И метод, один из методов, которым мы достигаем решения поставленной задачи, это подготовка и выпуск промо-ролика о предстоящем мероприятии. Ну и, соответственно, очень рекомендую вам сделать такую таблицу для себя, выписать количественные и качественные показатели. Например, здесь конкретную задачу данного метода может, могут у вас быть Например, только количественные показатели или только качественные, или могут быть и те, и другие. Соответственно, все это у вас к моменту формирования данной таблицы уже есть. Потому что а, это все идет логически выстроено, последовательно. Вы уже послушали, как опять-таки найти идеи, как это все описать. Дальше вы начинаете подбирать и искать те ресурсы, а, которые а, вам для этого необходимы. Ну, к примеру, как вариант, то, что для промо-ролика у нас будет количественным результатом это создание одного такого ролика, который будет размещен не менее чем на пяти информационных ресурсах. Количество просмотров, которым мы гарантируем по итогам выхода и размещения этого промо-ролика, у нас 300, и качественные изменения, которые качественными показателями будут служить, то что данный ролик поможет наглядно показать, продемонстрировать, показать специфику, какие-то аспекты по заявленной проблеме, что позволит привлечь к решению заявленной вами проблемы большее количество людей. Ну и, соответственно, вопросы, которые у вас могут возникнуть в ходе решения данной задачи именно этим методом, могут быть такими. То есть, если вам нужны ли вам как услуги видеографа для создания видео, то есть, если есть у вас в команде проекта человек, который будет заниматься непосредственно, например, видеомонтажом данного промо ролика, соответственно, если это непосредственно делаете вы или член вашей проектной команды, то это будет служить собственным вкладом вашей проектной команды в а, решение данной проблемы. Соответственно, если этого видеографа у вас в команде нет, соответственно, а вы а, ищете варианты и возможности, где данного специалиста а, найти, чтобы он оказал вам данный вид услуг. Соответственно, вы анализируете ваш региональный рынок, потому что, скорее всего, это, например, данный специалист в вашем городе или в вашем там, субъекте наверняка есть, и нет необходимости его поиска где-то за пределами региона там, проживания вашего или, или региона, где будет реализовываться данный проект. И, соответственно, вы обращаетесь к человеку, чтобы с конкретным техническим заданием, что вы хотите получить, какого объема, сколько трудозатрат, временных затрат необходимо для того, чтобы он оказал вам эти услуги. Соответственно, у вас появляется либо партнер, который готов, например, оказать это вам бесплатно. В силу того, что, например, он проникнется а, идеей вашего проекта, или считает решение данной а, проблемы для его там, родного города или его какой-то территории актуальным и важным, и он готов это оказать на безвозмездной основе. Но так как он не является членом вашим, а, вашей проектной команды, он будет являться вашим партнером а, в рамках а, данного проекта. Или, соответственно, если вы а, среди своей команды и среди специалистов, которые готовы вам оказать это на безвозмездной основе, так их не нашли. Соответственно, это будут все уходить в оплату услуг, в запрашиваемую сумму в виде грантовой поддержки, как правило, либо какие-то иные организации, которые вам предоставят средства на то, чтобы вы данный вид услуг для своего проекта получили. Соответственно, дальше какие условия для съемки, например, данного видео необходимы? Требуют ли это каких-то специфических условий? Нужно это или не нужно? Соответственно, если это необходимо, например, вы будете что-то снимать там в драматическом театре, соответственно, вас просто так туда никто не пустит. Соответственно, вы можете подойти к администрации там, культурного учреждения, там, ну, к примеру, в театре, к театру, и, соответственно, обос рассказать о своем проекте, что вы планируете, как вы планируете решать проблему. И, соответственно, также администрация театра может пойти вам навстречу и бесплатно вам предоставить помещение для съемок данного промо-ролика, и тем самым у вас опять-таки появится партнер. В принципе, о партнерах, как их искать, вам расскажет уже непосредственно следующий эксперт, который выступит после меня, это Елена Дармадихина. И, соответственно, на них, на поиске партнеров мы останавливаться не будем. И, соответственно, смотрим нашу, наши вопросы далее. А, нужна ли вам помощь а, со, с чьей-то стороны? Возможно, вам нужна помощь а, какая то администрации, поселка, города, поселения а, или в целом муниципалитета. А, а также они могут выступить вашими партнерами. Или, например, это будет проходить на какой-то территории, которая не готова выступить вашим партнерам на безвозмездной основе. Соответственно, тут у вас получается статья а, расходов, а, которая также а, а, фиксируется в смете проекта. Соответственно, дальше. Какие есть у вас информационные ресурсы? Раз у нас стоят количественные показатели, 5 информационных ресурсов, значит, мы гарантируем а, данное количество. Соответственно, либо у нас есть какие-то свои собственные информационные ресурсы, ну, возможно, какие-то журналы. А, те или иные паблики в различных там социальных сетях или еще где-то. Либо это какие-то ваши партнеры. Или, например, если вам региональное телевидение, к примеру, не готово вас позиционировать на безвозмездной основе, то вы также можете обратиться к ним и уточнить, сколько будет стоить размещение информации о вашем проекте на их информационных ресурсах. Соответственно, также будет у вас появляться позиция сметы. Причем, когда вы обращаетесь уже с конкретным запросом, что вы хотите увидеть, количество времени, которое вам понадобится, соответственно, будет конкретная стоимость данного вида услуг. Нужны ли вам какие-то информационные партнеры? тут нужно подумать, к кому вы можете обратиться с просьбой о позиционировании вас в средствах массовой информации. Опять-таки у вас будут либо партнеры, либо позиции сметы, которые вам поможет найти ваших информационных партнеров, которые разместят информацию о вашем проекте. Нужны ли вам волонтеры для съемок? Соответственно, тоже вы можете обратиться в ресурсный центр там, добровольчества, который вам непосредственно поможет в том, чтобы найти волонтеров для, например, съемки данного промо-ролика. Ну и, соответственно, по данному, на данном примере у вас сразу есть представление, какие вопросы вы можете закрыть сами, что вам необходимо то, что вам предоставляют партнеры, или это переходит в запрашиваемую сумму. Если вы это проделаете по каждой задаче, по каждому конкретному методу или мероприятию его решающему, у вас будет четкое понимание, как и у вас формируется общая стоимость проекта. И, собственно, почему вообще так важно подходить к поиску ресурсов. В сентябре месяце принято новое постановление правительства, регламентирующее правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов. И, соответственно, есть пункт 14, который, в котором зафиксированы критерии оценки каждой проектной заявки. Если вы их посмотрите, то, собственно, увидите по каким 10 критериям вас оценивают эксперты. Я представлен на слайде только выдержка трех из 10 критериев, которые, которые связаны с непосредственно ресурсами проекта. Это, опять-таки, планируемые расходы на реализацию проекта для достижения ожидаемых результатов. Соотношение общего бюджета проекта, в том числе собственных средств, ресурсов партнеров, и заявленные значения эффективности и результативности вашего проекта. То есть это один из критериев, которым, по которым оценивается каждая проектная заявка. Соответственно, есть еще критерии ⁇ собственный вклад и дополнительные ресурсы проекта, которые тоже влияют на достижение результатов по вашему проекту. И, соответственно, еще один критерий ⁇ реалистичность бюджета проекта. Это то, насколько вы грамотно подошли к поиску ресурсов, насколько они четко, ярко отражают суть вашего проекта и соответствуют, опять-таки, тем целям и задачам, которые вы ставите для решения заявленной проблемы. Соответственно, далее. Что такое смета? Смета — это совокупность всех расходов, необходимых для качественной реализации проекта. Ну и, соответственно, у нас есть софинансирование, включающее в себя собственный вклад и вклад ваших партнеров, и запрашиваемые суммы. Софинансирование и запрашиваемая сумма составляют бюджет вашего проекта. Ну и, соответственно, собственный вклад, как правило, из опыта ⁇ это трудозатраты членов проектной команды. То есть э, э, тот функционал, который вы закладываете, можно оценить, исходя, опять-таки, э, из специфики э, работы и конкретных услуг, которые данные люди оказывают в ходе э, реализации проекта. Это какая-то ваша собственная материальная база, какое-то персональное оборудование, оргтехника, вот, возможно, какой-то у вас есть транспорт, который вы готовы использовать в ходе реализации проекта. И, соответственно, информационные сопровождения, которые вы также готовы ввести для того, чтобы достичь результативных показателей. Ну и, соответственно, виды поддержки партнеров, это, например, информационная поддержка, когда а, те или иные организации готовы вас освещать на своих информационных ресурсах. Это конкретная материальная поддержка, а, что-то они готовы вам предоставить. Возможно, денежные средства а, конкретно. Ну, это уже, конечно, финансовая поддержка. Материальная можно быть представлена в виде оборудования, э, в виде, например, какого-то помещения для, для проведения там, съемок, мероприятий, проекта или еще э, чего-то, непосредственно организационная поддержка, то есть за счет э, опыта данной организации в сфере, которая э, связана непосредственно э, с, с тем проблемным полем, которое заявлено в вашем проекте. Например, какая-то юридическая помощь или бухгалтерская. То есть различные организации могут вам также с этим помочь, если вы проведете поиск партнеров и спонсоров вашего проекта. Соответственно, также в конкурсной документации есть рекомендуемые статьи расходов, которые помогут вам четко, грамотно структурировать и понять ваш проект и те ресурсы, которые вам для этого необходимы. Разберем эти позиции. Начнем с расходов на издательско-полиграфические услуги, в том числе изготовление макета, разработка, дизайн. Также на слайде представлены типичные ошибки, с которыми мы сталкиваемся в ходе оценки проектных заявок участников. Ну, например, учебные пособия. То есть есть стоимость и есть количество. То есть здесь сразу есть какое нарушение. Например, учебные пособия. Соответственно, их несколько, но при этом количество стоит один. То есть это непонятное Недопустимая э, ошибка. А почему? Поскольку нет понимания, какие именно учебные пособия вы выпускаете, то есть какого они объема, какого они тиража, а, соответственно, все это не позволяет нам а, грамотно, качественно оценить а, вашу а, данную позицию, поскольку она считается не детализированной. А дальше, полиграфия. Тоже непонятно, что вы, будете, что вы подразумеваете под этим блоком. Соответственно, что конкретно, какого опять-таки объема, почему, например, то или иное количество, почему возникает та или иная сумма. То есть все это затрудняет качественную оценку вашего проекта, конкретно по тем позициям, которые мы уже разбирали с вами на предыдущем слайде. Соответственно, разработка дизайна брендбука. Опять-таки, каждый участник подразумевает под дизайном или брендбуком разные понятия. То есть зачастую их вообще путают. То есть что он подразумевает под брендбуком? То есть конкретные, полностью разработанные... Какая-то сувенирная продукция, логотипы там, на различных там, на футболках, на майках, на ручках и так далее. Либо это просто дизайн в формате логотипа или еще что-то. То здесь нужно конкретное понимание, что вы под этим подразумеваете. Опять-таки это все позволит экспертам более четко и грамотно оценить а, а, целесообразность данной позиции сметы и адекватность ее стоимостной оценки. Соответственно, как рекомендуем писать? То есть указывать, что это расходы на издательско-полиграфические услуги. И конкретно, что это оплата услуг, например, по изготовлению блокнотов символикой проект. То есть стоимость изготовления одного блокнота получается 65 рублей, количество 100. То есть итого получается половиной тысяч рублей. Здесь, опять-таки, важно, чтобы, например, количество, которое вы указываете, коррелировало или соотносилось с теми количественными показателями, которые вы заявляете. Вот. И грамотно это все было отражено в статье расходов. Соответственно, дальше расходы на сувенирную продукцию. То есть это те а, примеры, тоже опять-таки типичных ошибок, которые мы встречаем а, в проектных заявках участников. А, и, соответственно, а, тоже а, не совсем а бывает правильный, корректно оформлены. То есть, опять-таки, а, у нас есть методические рекомендации для участников по заполнению а, позиции сметы и конкретно регламентирующие, помогающие участникам рассказать о том, как правильно заполнять проектные заявки, что организаторы данного грантового конкурса хотят увидеть в ваших проектных заявках. И опять-таки у экспертов тоже есть рекомендации по оценке, которые составлены на основе того, что организаторы... От, просят у вас отразить в данных полях проектной заявки. Соответственно, также как бы рекомендация оплата услуг по изготовлению значков, там символика и проект. Здесь важно еще в смете указывать конкретно, то есть есть три вида, то есть это либо оплата услуг либо это покупка, либо это аренда. То есть должен быть указан а, способ приобретения. А, дальше. Транспортные расходы. Покупка авиа и железнодорожных билетов, а, покупка горюче-смазочных материалов или, например, услуги по перевозке пассажиров. А, соответственно, тоже очень частая позиция а, сметы, а, которую мы встречаем. И, к сожалению, так как этот блок занимает большую часть сметы. Его нужно обязательно грамотно показывать, грамотно отражать, чтобы у экспертов не возникло вопросов, почему и как она получилась. Соответственно, опять участники допускают ошибки в том, что они просто указывают транспортные расходы, в котором нет понимания того у экспертов, что это такое это авиабилеты железнодорожные или какие-то иные виды расходов, в которые как бы написаны общей фразы. то есть они опять-таки не дают возможности грамотно оценить данную позицию. Соответственно есть, также пишут авиабилеты эксперту из москвы. То есть здесь тоже непонятно, что, что за эксперт, на какое он мероприятие и абсолютно не позиция. позицию. Соответственно, опять-таки, мы призываем грамотно, опять-таки, подходить к описанию данной позиции. Соответственно, это покупка авиабилетов приглашенному эксперту по маршруту Москва-Пенза-Москва. Москва, 10 тысяч рублей стоит, например, перелет. Здесь, опять-таки, можно разбивать. То есть, например, если вы указываете там, по маршруту Пенза-Москва, там запятая Москва-Пенза, или, например, как в предыдущем случае билету из Москвы, то, соответственно, можно тогда указывать, что, например, два участка перелета, то есть это Пенза-Москва и Москва-Пенза. Соответственно, можно писать 5000 рублей, ставить количество 2, и, соответственно, также в сумме получится 10 тысяч рублей. Также есть... Горюче-смазочные материалы, например, участники тоже не детализируют, почему, например, 60 литров топлива требуется для мероприятий проекта. Соответственно, тут должно быть понимание, какое расстояние нужно будет преодолеть. Эксперты, конечно, владеют географией, но все равно. Когда абсолютно не написано, из какого города в какой поедут, соответственно, данную позицию затруднительно, опять-таки, правильно и грамотно оценить. Соответственно, если у вас будет, например, проезд из областного центра в какой-то районный, то, соответственно, нужно указать, куда вы конкретно едете, какое расстояние преодолеваете в ту или иную сторону, и, соответственно, если вы запрашиваете только горючесмазочные смазочные материалы, соответственно, у вас где-то в собственном вкладе или вкладе ваших партнеров должно быть транспортное средство, для которого данные ГСМ предназначается. И только тогда это будет правильно оформлено и соотноситься с теми задачами, которые вы будете ставить в рамках вашего проекта. И, соответственно, есть также услуги по перевозке пассажиров. Например, вы, у вас нет транспорта ни у вас, ни у ваших партнеров. Соответственно, вы прибегаете к услугам компаний, которые занимаются перевозками пассажиров. И, соответственно, вы обращаетесь к ним, опять-таки, тоже с конкретным техническим заданием, то есть откуда, куда, в каком количестве вы везете участников, и вам организация представляет опять-таки коммерческое предложение или конкретно указывают стоимость тех услуг, которые вы от них просите, и, соответственно, у вас опять-таки есть опять четкое понимание того, сколько данная услуга стоит. То есть не надо придумывать то, что Суммы брать из головы или примерные, то есть, соответственно, должны быть обоснованные, потому что на, например, очных или онлайн-защитах эксперты могут вам задать вопрос, откуда вы взяли такую сумму. И часто у нас участники не могут ответить на этот вопрос, потому что они не проанализировали рынок предложений данных видов услуг в регионе и, соответственно, просто взяли эту сумму приблизительную или просто э, на бум какие-то числа поставили. Соответственно, так делать не нужно, нужно подходить грамотно, э, четко и изучать рынок предложений в вашем регионе. Дальше, расходы по предоставлению помещений или аренды тоже пишут, например, аренда офиса на 8 месяцев. Получается такая-то сумма за месяц, такое-то количество месяцев и стоимость. Соответственно, всегда тоже возникает вопрос относительно аренды. Всегда интересует, какую работу вы провели предварительную по поиску помещения, у ваших партнеров. То есть обращались ли вы в какие-то ресурсные центры, дома молодежи, учреждения там, культуры или образования, которые есть в вашем регионе? Рассказывали ли вы им о своем проекте? Возможно, они заинтересовались бы и предоставили это помещение на данный период времени бесплатно. Соответственно, тоже нужно понимание, какой площади нужно вам это помещение. Вот. И э, все это нужно тоже правильно и грамотно э, описывать. А у экспертов также возникает вопрос, э, что если вы берете, например, э, э, в смете закладываете аренду помещения на какой-то фиксированный промежуток времени, э, всегда стоит вопрос, а как вы видите дальнейшее развитие вашего проекта, когда э, финансирование грантовое закончится. То есть у вас тоже примерно какое-то понимание должно, то есть что это у вас разовое мероприятие или это какое-то а, системное мероприятие, которое планируется реализовывать в дальнейшем. Вот. На этот вопрос тоже надо помнить, когда вы формируете а, смету вашего проекта. А, соответственно, дальше расходы по предоставлению оборудования типичную ошибку, которую у нас совершают участники, когда они данную позиции сметы не используют. То есть всегда почему-то у нас приобретение оборудования намного важнее, чем его аренда. Соответственно, если у вас мероприятие, например, итоговые какое-то событие в рамках вашего проекта, там, торжественный вечер там, или какой-то концерт или еще что-то. То есть не надо для него покупать там, световое и звуковое оборудование на то, чтобы провести там, однодневные мероприятия. То есть намного, намного целесообразнее взять его в аренду. Вот. Соответственно, для этого нужно проанализировать опять-таки рынок предложений в вашем регионе, сколько у вас готовы за сколько вам предоставить данное оборудование или, опять-таки, может быть, то место, которое вам предоставляет помещение, также предоставит и это оборудование, возможно, бесплатно или за конкретную зафиксированную сумму оговоренную. То есть здесь об этом тоже надо помнить. И как раз-таки на слайде представлено, как мы вам рекомендуем указывать аренду оборудования соответственно расходы на покупку оборудования. Это также не менее популярная статья расходов в смете проекта, так же как и транспортные. Соответственно бывает, что участники просто пишут там ноутбук, принтер, там и какую-то там фотокамеру, видеокамеру и так далее. То есть здесь всегда возникает очень много вопросов, там почему вам нужно там два ноутбука, почему вам нужен там один принтер или там, почему вам э, нужен там три фотокамеры и так далее. То есть э, э, почему они вообще возникают? Потому что э, участники не подошли грамотно к э, оценке именно <coughs> этого оборудования. Соответственно, какой вам нужен ноутбук? Смотря, тут надо смотреть на какие конкретно э, цели вы его приобретаете. Если это просто ноутбук там, для, организа для организационного какого-то сопровождения, формирования э, списков участников или что-то такое подобное, наверняка вам не нужен ноутбук за 100 тысяч рублей. То есть вам нужен ноутбук, который отвечает на, э, имеет минимальные э, технические э, особенности и не нуждается в каких-то э, сильных возможностях. Соответственно, должно быть, опять-таки, понимание. Если у вас, например, опять-таки, медиапроект, и в нем нужно специфическое оборудование, там, потому что на нем необходимые программы, которые имеют набор необходимых минимальных системных требований к оборудованию, то это нужно обязательно указывать что это необходимо для таких-то, таких-то видов работ, поэтому а, вот аналогичные какие-то а, товары, аналогичные там ноутбуки а, под это не подходят. То есть минимальная стоимость а, а, ноутбука с такими-то системными требованиями составляет столько-то. А, тоже рекомендация, когда вы а, а, подходите к поиску а, ноутбуков, проанализируйте рынок, опять-таки, предложений в вашем регионе. Нельзя оценивать и писать ту стоимость, которую вы нашли в одном магазине. Возможно, это какой-то акционный товар, и когда с вами будет заключено соглашение в случае вашего победы в грантовом конкурсе, возможно, эта акция уже не будет, и он сильно подорожает. Соответственно, все эти расходы лягут потом на ваши плечи, а все потому, что вы не подошли грамотно к оценке данной позиции смет. Соответственно, нужно проанализировать а, предложение на данный товар в регионе и взять среднюю цену на данный товар. И тогда это минимально вас, а, минимальные изменения будут а, а, на данный товар, а, когда вы его будете уже непосредственно покупать. А, дальше. Расходы на информационные услуги, то есть размещение информации о проекте в средствах массовой информации. То есть здесь тоже важно понимание, что позиционирование вашего проекта должно соотноситься с вашей целевой аудиторией. Соответственно, бессмысленно там для пенсионеров, там, пожилых людей размещать информацию там, в Инстаграме, потому что там, данная целевая аудитория не представлена. То есть опять-таки здесь конкретные там, информационные ресурсы нужно смотреть по каждому региону, то есть по каждому региону, потому что здесь тоже бывает региональная специфика, свои особенности и какие-то свои информационные каналы. Далее расходы осуществление закупки материалов и оплаты услуг необходимых для реализации проекта. Соответственно, бывает, что тоже у нас просто пишут какая-то мебель, без конкретного понимания, что это за мебель, из чего, что в нее туда входит и почему эта мебель вообще необходима для вашего проекта. Если это какая-то специализированная мебель, специализированное оборудование, соответственно, какие-то материалы, то нужно обязательно это показать, отразить какие-то ее особенности, которые необходимы вам для достижения опять тех показателей, которые а, вы планируете. А, соответственно, дальше у нас также часто а, а, фигурируют а, в смете услуги, спец... услуги спикера, эксперта, специалиста. Тоже здесь важно понимание, конкре... какой конкретно... какую конкретно лекцию, какой конкретно мастер-класс а, будет вести данный специалист. Соответственно, если вы организуете мероприятие и ни один из членов вашей проектной команды ничего там не ведет, не осуществляет какой-то вид деятельности, а все услуги специалистов и экспертов у вас представлены в смете проекта, то очень большие вопросы относительно целесообразности данных позиций в смете и вообще, в принципе, целесообразности вашего проекта, если все уходит на сторону каким-то специалистам. Но мы тоже прекрасно понимаем, что а, обо всем вы тоже знать не можете, и, возможно, действительно есть а, а, специалисты, которые, а, которых вы, например, в, дан, в своем регионе не нашли, и не, не обе, обязательно их присутствие а, и приезда из других городов. Ну какие-то, возможно, непосредственно узкие а, специалисты, которые нужны в вашем регионе, но сейчас они их у вас нет, а вы как раз-таки, может быть, вы их готовите в рамках вашего проекта. А, соответственно, также рекомендуем конкретно детализировать, что проведение, например, лекции на такую-то тему, такое-то количество часов, такое-то количество дней, ну и, соответственно, фиксируется стоимость. Дальше. Расходы на покупку создания программного обеспечения. То есть бывает, что просто мы видим какое-то ПО. То есть совсем непонятно, что это за программное обеспечение, зачем оно непосредственно нужно в рамках вашего проекта. И, соответственно, мы тоже не можем это правильно оценить, поскольку нет четкого представления, что это вообще такое. Соответственно, также рекомендуем вам писать конкретное программное обеспечение, там, годовая подписка или еще что-то, в зависимости опять-таки от специфики вашего проекта, рекомендуем так вот фиксировать. Соответственно, расходы на создание техническую поддержку сайта, мобильного приложения. То есть бывает просто пишут тоже создание сайта, то есть сайт тоже сайт отличается там от бывает разный, то есть бывает где там регистрация участников, бывает просто лендинг страница. То есть здесь тоже должно быть понимание, что вы подразумеваете под конкретно сайтом и каких он должен быть технических особенностей, решений, что он должен решать. Или, например, просто бывает, что разработка мобильного приложения. То есть, если, опять-таки, у вас мобильное приложение занимает всю стоимость вашего проекта, и вы отдаете ее на сторону привлеченным специалистам, то вопрос, а что в проекте тогда делаете вы? Соответственно, здесь должно быть опять-таки понимание. Если у вас вы не можете создать сайт, например, вы обращаетесь к кому-то, но у вас есть специалисты в команде проекта, которые готовы его в дальнейшем поддерживать, потому что создать сайт и никак его не обновлять и не работать с ним, то это очень сомнительная история. Соответственно, обо всем об этом должно у вас в проекте быть описано. Дальше. Соответственно, канцелярские товары. Бывает, что прям пишут конкретно карандаши, ручки и только канцелярские товары занимают там, бывало, даже и 30 строк в, проек в смете проекта. Соответственно, мы тоже не просим вас так сильно, подробно и прописывать, поскольку, ну, цена тут тоже очень часто меняется, вот, но и просто ограничиваться тем, что написать канцелярские товары и какую-то стоимость мы тоже вас не призываем. Соответственно, у, для эксперта должно быть понятно, то есть, что, какие именно канцелярские товары вы приобретаете. То есть можно указать, что если вы приобретаете, например, ручки, такое-то количество, карандаши, такое-то количество, а там клей, столько-то там тюбиков, единиц, там ножницы, степлер и так далее. То есть должно быть понимание, что входит в эту стоимость. Тогда у экспертов, эксперты могут оценить, действительно ли тот набор товаров, который вы собираетесь приобрести, действительно стоит тех средств, которые вы для этого просите. То есть пример, опять-таки, правильного оформления канцелярских принадлежностей на слайде представлен. Ну и, соответственно, большой тяжелый слайд относительно тех грантовых видов расхода, которые в рамках грантовой истории, в рамках субсидии запрещено в проектной заявке использовать. Ну, это расходы алкогольные на приобретение алкогольной табачной продукции, финансирование политических партий, компаний, акций. Ну и, собственно, я думаю, что вы это все прекрасно видите на слайде. Ну, в принципе, далеко не часто мы данные позиции а, видим в проектных заявках, но а, все-таки а, не сакцентировать внимание, что данные позиции запрещены, я не могу. Соответственно, данные презентации, опять-таки наш вебинар, будет, будут доступны и после. Если что, вы спокойно потом можете еще раз более подробно ознакомиться с данными видов расходов, которые недопустимы в проектных заявках на грантовый конкурс. Ну и, соответственно, как подтвердить стоимость тех или иных товаров работы и услуг. Соответственно, самый частый вариант – это коммерческие предложения от организаций, к которым вы обращаетесь. Это будет служить для экспертов основанием, что вы все-таки проделали работу, что эти цены взяты не с потолка, они действительно обоснованы, то есть конкретные организации вам предлагают это реализовать за такие-то средства. Очень приятно, когда участники прикладывают несколько коммерческих предложений а, и написано, что там вот эти предлагают столько-то, эти столько-то, эти столько-то, и мы выбираем вот это, потому что там оно дешевле и не снижает а, эффективности от тех а, эффективности а, количественных или качественных показателей. Опять-таки подтверждение могут служить скриншоты с каких-то интернет-магазинов, если специфика их необходимости приобретения есть только у каких-то, например, не представлены они в вашем регионе или только в интернете их можно приобрести. Ну и, соответственно, также можно подтвердить там, фотографии сценников в магазинах, если они у вас в регионе представлены. Ну и также можно провести анализ предложений аналогичных услуг в других регионах. Бывает так, что покупать где-то в Москве там, или в каких-то других крупных городах, даже с учетом доставки, бывает выгоднее, чем приобретать в своем регионе. Ну и, соответственно, опять-таки вам в помощь грантополучатели, которые уже есть в вашем регионе, которые реализовывали тот или иной проект, вы можете опять-таки обратиться к ним. Я думаю, что они не откажут вам в помощи и посоветуют те или иные организации, которые уже что-то реализовывали, с которыми они сотрудничали, и также опять подсказать, что каким можно обратиться, каким лучше, например, не обращаться. Соответственно, опять-таки, рекомендации — это не подгоняйте смету под максимальный размер субсидии, поскольку у нас там в данном, в данном, в рамках российского конкурса молодежных проектов сейчас максимальная сумма была полтора миллиона рублей. То есть обязательно смотрите конкурсную документацию, поскольку там будет в дальнейшем фиксироваться максимальный размер субсидии. То есть желательно не выходить за него, за максимальный, поскольку это тоже важно. И у экспертов всегда возникает вопрос, как вы будете из каких источников искать дополнительные средства, которые необходимы на, на полную реализацию а, вашего проекта, и соответственно тоже такой есть стереотип, что чем проси больше, дадут меньше. Это тоже некорректно, потому что если а, мы в смете проекта видим потенциальные возможные источники для его снижения, и мы сильно вам а, уменьшаем рекомендуемую сумму то для вас тоже возникают большие сложности в том, что а, количественные показатели результативности а, вы менять уже не вправе в случае признания вас победителями а, Всероссийского конкурса молодежных проектов. А, поэтому здесь а, а, мы можем только снизить а, а, вам балл а, по тем, опять-таки, критериям, которые мы с вами... А, говорили, и, соответственно, это опять тоже снизит ваши шансы на получение субсидии в форме гранта. Гранта в форме субсидии. Соответственно, дальше включайте в смету только те расходы, которые напрямую связаны с вашим проектом. Соответственно, здесь тоже это очень важно, потому что мы при экспертизе часто встречаемся с тем, что проекта, мероприятия проекта и смета проекта живут какой-то отдельной разной жизнью. И когда встречаем те или иные позиции сметы, мы очень долго ломаем голову, к какому, какой задаче или какому конкретному мероприятию или методу оно относится. Вот. Соответственно, должно быть четкое понимание того, зачем конкретное оборудование или конкретная статья расходов, необходимо вам для вашего проекта. Соответственно, также рекомендация. Проверьте обоснованность каждого вида затрат. То есть, опять-таки, проанализируйте рынок предложений, спросите у друзей, действительно ли та стоимость там, услуг, услуг, работы или товара, который вы указали, адекватна и целесообразна и вообще соотносится с тем, что есть в вашем, например, регионе. Напишите также комментарии по каждому виду затрат в смете. Соответственно, участники также делают дополнительные материалы с детализацией того, для чего там, тот или иной специалист или эксперт им нужен, почему именно это оборудование необходимо для реализации проекта. И комментарии помогают эксперту более глубоко понять ваш проект. А, тоже случай с практики. А, был один проект, а, где было 43 приложения а, вот, а, к проекту в целом, и, соответственно, многие из них касались -таки именно сметы проекта. А, на этом, наверное, я хочу остановиться, потому что, наверняка, у нас есть вопросы а, в чате. А, Сейчас посмотрим. Так, у нас вот два, два вопроса, да? Правильно, я yeah. понимаю. Возник вопрос. Общались с экспертами своего регионального уровня. Они сказали, что не стоит писать в команду проекта людей старше 30 лет. Посоветуйте вписывать их как наставников в графе, собственный вклад. Верно ли это? Ну, смотрите, здесь есть несколько вариантов. Опять-таки, команда проекта по большей части должна составлять молодежь. Ну, к руководителю, конечно, это в первую очередь относится, что он не может быть старше 31 года. Соответственно не старше 30 лет, то есть на момент заключения соглашения не должно быть больше 30, то есть 31 год не должен наступить. Соответственно, здесь можно написать наставником проекта, но опять-таки можно также включить. Потому что часто у нас бывают, когда студенты там, первого, второго курса планируют какие-то, например, медиашколы или еще какие-то серьезные мероприятия, но мы прекрасно понимаем, что тот багаж знаний, которые они могут распространять среди там, тех же самых студентов, наверное, еще недостаточно сформирован. Соответственно, формирование и включение там, специалистов, которые профильные или, наоборот, такие узкоспециализированные, то есть в проектную команду или как в проектной команде можно после описание команды проекта, сделать блок наставники проекта и непосредственно а, там отразить... А, а тех людей, которых вы привлекаете, с конкретным их функционалом, с конкретной там, лекцией, темой или еще с чем-то, которые, опять-таки, исходя из вашей специфики, в проекте есть. Соответственно, опять-таки, это можно также описать и в собственном вкладе, как оказание услуги по, например, проведению лекции, вебинары там на ту или иную тему, которую вот а, человек, которого вы вот, уточняете, а, может провести. Соответственно, а, оценить это можно и в стоимостном выражении. У вас будут а, суммироваться вместе с а, а, другими позициями, которые есть а, в данном блоке. А, соответственно. У нас есть также вопрос. Если я вдруг что-то там не совсем понятно ответил, то вы можете еще раз уточнить, задав вопрос. И еще есть вопрос, какие интернет-ресурсы для анализа стоимости входящих в смету продуктов вы можете посоветовать ну здесь опять нужно смотреть на региональную специфику на региональные особенности все зависит от направления вашего проекта на какую он какую проблему он решает какими методами и опять-таки какое непосредственное оборудование необходимо вам для приобретения. Так, соответственно, что, есть ли у нас еще какие-то вопросы? Так, возраст молодежи увеличивается до 35 лет. Не повлияет ли это на возрастные ограничения а, по проекту? Ну, смотрите, закон о молодежной политике пока принят только в первом чтении, который подразумевает под собой повышение возраста молодежи. То есть на данный момент у нас есть действующие нормативные документы, которые пока не ограничили, не расширили, точнее, возраст молодежи. Соответственно, пока у нас действует 30 лет, но опять-таки следите внимательно за официальными ресурсами за сайтом Федерального агентства по делам молодежи, ресурсного молодежного центра. Если такие изменения у нас появляются, мы максимально стараемся об этом сообщать. И федеральное агентство, и эксперты также стараются об этом рассказывать на своих мероприятиях, если они у нас выходят. Соответственно, пока мы вот живем теми же 30 годами, но совсем скоро это может измениться, но опять-таки нужно смотреть нормативные документы. Так, еще вопрос. Можно ли менять позицию сметы на закупку техники? В условиях пандемии невозможно провести мероприятие очно, поэтому приходится менять на онлайн-формат, а для этого нужно нужна техника, как быть. Здесь вопрос, наверное, больше адресуется к ресурсному молодежному центру, поскольку они являются кураторами по работе, опять-таки, по соглашениям и внесению изменений. То есть вам нужно написать тем ответственным специалистам, которые с вами связывались, когда вы заключали соглашение с федеральным агентством по делам молодежи, нужно описать те изменения, которые вы планируете провести, опять-таки с конкретными пояснениями, почему вы, например, что-то меняете в позициях сметы, соответственно, но это не значит, что как только вы написали, все изменения согласованы. Это не так. То есть вы обозначаете возможность то, что и просьбу и необходимости изменений данных статей, данных позиций. Но опять-таки это все изменения оформляются дополнительными соглашениями. И опять то, что вы просите в рамках вашего проекта, могут как согласовать, так и не согласовать. То есть это в любом случае вам нужно написать официальное письмо и дождаться на него ответа. Соответственно, еще у нас есть вопрос. Если я заключаю договор с организацией на запись аудиодиска с, а, с привлечением шести исполнителей, мне нужно а, прикладывать договор второго подряда а, от данной организации, подтверждающий факт оплаты услуги музыкантов. Или достаточно ТЗ и договор с организацией. А, Смотрю, очень много вопросов у нас касаются непосредственно а, отчетности. Они тоже, а, безусловно, будут говорить сегодня а, другие эксперты. А, соответственно, здесь а, нам а, важно того, то, что опять-таки вы изначально, а, что у вас было написано в соглашении, что вы там а, закладывали. То есть, если вы непосредственно а, у вас было написано, что это услуги а, по записи аудио диска, то, соответственно, наверное, там а, а, уже были включены или не включены. К сожалению, вот я не могу так а, а, сходу вам ответить, поскольку не владею особенностями и не знаю, а, какой конкретно был проект и что в нем написано там в вашем договоре. Соответственно, опять-таки, вы эти вопросы можете уточнить а, и а, надеюсь, что эксперты, которые будут вести по отчетности вебинар, а, вам подскажут. Или, опять-таки, можете уточнить этот вопрос, написав координатором ответственным кто у вас от ресурсного молодежного центра могу ли я вносить в смету услуг в смету услуги физических лиц то есть здесь опять таки у нас принят закон о самозанятых здесь вопросы именно тоже с вами будут в отчетности то есть вы также заключаете там договор ну и соответственно как бы таких ограничений нет, но опять-таки не рекомендуем злоупотреблять данной позиции сметы и услуги человека, которого вы включаете в смету проекта, как физического лица, должно быть обосновано и тут можно посмотреть только если как бы данные услуги никто не оказывает из юридических лиц, то, ну как бы, или это человек какой-то узкоспециализированный, то почему бы нет. Но опять это должно быть обосновано и как бы, соотноситься с теми, с тем проектом, с теми задачами, которые вы ставите. Так, еще вопрос у нас. Как составляется договор по оказанию данных услуг? Но ну, это можете опять-таки посмотреть примеры и в интернете, и в юридической практике. Есть типовые договора об оказании услуг, то есть с конкретным опять-таки функционалом, что будет данный человек должен сделать, в каких вариантах он должен представить подтверждение факта оказания данных видов услуг. Конечно, должен включать в себя акт выполненных работ, ну и соответственно очень желательно, чтобы он был самозанятым и который, чтобы по итогам выполнения работ, оказания услуг предоставил вам отчетные документы, то, что он получил данные средства и уплатил налоги на доходы физических так если до сих пор не подписал документы на получение гранта, но сроки немного прошли, ничего страшного, должен был до конца октября скинуть, но возникли проблемы э, с согласованием по месту, где должен быть реализовываться, где проект должен реализовываться. Эксперту передал. Вот. Ну, сейчас большой объем э, работы э, у ресурсно-молодежного центра, потому что много грантополучателей. Вот, соответственно, вам обязательно нужно дождаться ответа, либо, если какие-то сроки вы пропустили, попробовать написать повторное письмо. Возможно, оно как-то не дошло или ушло в спам. Соответственно, попробовать уточнить или опять-таки позвонить по номеру телефона, который эксперты, консультанты, они указывают, когда пишут вам а, информационные письма. Я думаю, что сроки не прошли, но опять-таки это а, вы и себя ограничиваете, когда затягиваете с оформлением документа, потому что а, вам влияют сроки получения вами денежных средств, поэтому здесь тоже нужно как-то максимально стараться это все выдерживать и даже с небольшим запасом времени, чтобы а, максимально быстро приступить к реализации ваших идей, решению проблем вот, чтобы сделать жизнь а, молодежи городу города населенного пунктом лучше интереснее. Вот ну вроде у нас а, вопросы закончились или может быть какие-то мы не ответили. Вопросы закончились. Ну, смотрите, я добавлю, что у нас еще будут консультации с вами в течение до 9 декабря. Соответственно, вы можете записаться на них, и мы уже с вами детально, подробно осветим, поговорим на интересующие вас темы. Вот, обязательно используйте эту возможность. Эксперты открытые к диалогу люди, соответственно, максимально постараемся вам помочь для того, чтобы вы ваши идеи нашли поддержку, чтобы, опять-таки, у вас была возможность самореализоваться и сделать жизнь наших граждан, нашей молодежи лучше, интереснее, ярче. Спасибо.